Молодец! Ты всем нам помог. Спасибо. Вот тебе обещанная броня. Но, как видишь, у нас проблемы. Слушай, пока тебя не было, на поселение напали. Кучка каких-то неизвестных бандитов. Они ничего не взяли, просто пришли убивать. У нас есть раненые, а медикаменты подходят к концу. Мне снова нужна твоя помощь. За холмом есть еще одно поселение. Это друзья, хоть и держатся особняком. У них есть то, что нам нужно. Передай письмо Риктору. Он все сделает. Если поможешь, я попрошу механиков в городе подогнать тебе багги. Что скажешь? Спасибо. У тебя действительно есть все, что нужно? Боеприпасы, крылопалки? Если нет, поговори с Халиком. Он там, под старым знаком. Поспеши. Если на нас снова нападут, припасы нам так понадобятся. Спасибо. Здравствуй, странник. Я Халик. И я рад тебя видеть. Это моя лавочка. У меня тут есть все, что помогает жить и драться. Лучший товар в пустошах. Да, и лишние ценные вещи можешь приносить сюда. За хороший товар я плачу щедро. Хочешь глянуть, что у меня есть? У меня найдется все, что хочешь. Мне нравится иметь с тобой дело. Ты, небось, хочешь научиться бросать крылопалку? Это не просто, друг.